Глубоко уважаемые председатели, дорогие коллеги, я хочу свое выступление начать со слов признательности организаторам этой конференции за предоставленную мне возможность сделать сегодня сообщение о современной лучевой терапии в лечении больных лимфомой Ходжкина. Более 100 лет назад, в 1902 году, было опубликовано первое официальное сообщение об удачном использовании X-лучей, как тогда называли рентгеновское излучение, в лечении больных этим заболеванием. Мы видим первые фотографии. Фотографии датированы 1902 годом. Пациенты до начала лечения и после нескольких процедур вот с таким хорошим эффектом лечения. Следующий этап. 1925 год. Известный радиолог Рене Жильбер предлагает при лимфоме Ходжкина облучать не только пораженный лимфатический узел, но и всю анатомическую зону. Мы видим первые вот такие огромные громоздкие аппараты для проведения дистанционной лучевой терапии, которые были достаточно сложны в использовании. И самое, что было в них неудобное, это маленькие тубусы, позволяющие создавать небольшие поля облучения. И для облучения одной зоны приходилось применять несколько таких полей. Следующий этап. Мы приближаемся к современности. Это 60-е годы прошлого столетия. Американские радиологи Вера Петерс и Генри Каплан применяют радикальную лучевую терапию в современном ее виде, определяют адекватные дозы лучевой терапии. И в 62-м году впервые на линейном ускорителе электронов было проведено облучение больных лимфомой Ходжкина. Три огромных исследования. 60-е, 70-е и 90-е годы. Различные страны, различные радиологи пришли к одному и тому же выводу, что тумороцидная доза находится в пределах 30-40 грей. Не стоит выше повышать дозу при облучении этих больных, потому что эффекта мы уже не достигаем. Улучшение эффекта не достигаем. Появляется химиотерапия в лечении лимфомы Ходжкина. Мы с вами видим исследование, которое сравнивает субтотальное облучение лимфатических узлов и субтотальное облучение в сочетании с химиотерапией. Мы видим, что нет никакой разницы статистической. Мы видим, наоборот, статистически значимое улучшение показателей и общей выживаемости, и безрецидивной выживаемости. Радиологи стремятся к уменьшению объемов облучения. И мы видим, что вот здесь уже нет статистической разницы между облучениями широкопольными и облучениями только зон исходного поражения. И таким образом на долгие годы для лимфом ранних стадий схема 4 курса АБВД и облучение в дозе 30 грей зон исходного поражения стала стандартом лечения. Радиологам всегда хотелось уменьшать дозы облучения, уменьшать объемы облучения. И на этом слайде мы можем проследить изменения объемов облучения, которые произошли за последние полвека. Мы видим, что это меняется от мантиевидного поля вместе с параортальными узлами, селезенкой. И обратите внимание, не вижу где. И обратите внимание на вот этот первый слайд, мы видим, что практически все сердце входило в зону облучения в те годы. Следующий этап – это мантиевидное облучение при поражении надключичного коллектора. Последние годы применяется облучение исходных зон поражения, и все большее число клиник переходит вот к этой новинке, к облучению только пораженных лимфатических узлов, естественно, с определенными отступами. И нужно сказать, что это лимфатические узлы, которые были прехимиотерапевтически обнаружены. То есть вот этот объем, сейчас многие клиники переходят на такой объем облучения, мы тоже уже стараемся на этот объем переходить. И нужно сказать, что за последние 50 лет суммарные дозы облучения снизились от 40-45 до 30-36 последовательно, и сейчас мы тоже приходим уже к мысли о том, что в некоторых случаях можно подводить дозу 20-24 грея. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Это исследование Ричарда Хоупа.
датирована 97-м годом, но, поверьте, практически ничего не изменилось. Вот только эта развилка передвинулась к 20-25-летним сроку наблюдения. И мы с вами видим, что после определенного срока смертность от лимфомы Ходжкина практически не меняется, зато резко возрастает смертность от других причин. Вторые опухоли, кардиоваскулярные осложнения, легочные осложнения. На этом слайде мы видим риск вторых опухолей. Это мужчины, это рак легкого индуцированный. Чем моложе, голубая линия, это молодые люди, которым диагноз был поставлен в 20 лет. То есть они проходили лучевую терапию и химиотерапию в 20-летнем возрасте. И к 50 годам мы видим вот такой всплеск развития индуцированного рака легкого. У женщин это чаще всего все-таки рак молочной железы. Мы также видим, чем моложе женщина 20 лет, тем к 50 годам вот такой большой шанс получить индуцированный рак молочной железы. Кардиальные осложнения изменяются во времени. И на этом слайде показана уже раскладка от той дозы, которую получило сердце. И мы с вами видим, что самые высокие пики и клапанных изменений, и инфарктов миокарда, и перикардов изменения, именно когда подведена доза больше 35 грей. И в одном из последних исследований был сделан вывод о том, что повышение средней дозы на сердце на 1 грей увеличивает риск кардиоваскулярных осложнений впоследствии на 7,5%. Частота вторых опухолей. Здесь представлены данные трех больших исследований. Почти 10 тысяч человек были проанализированы. И самую большую частоту развития имели рак легкого у мужчин и рак молочной железы у женщин. Мы с вами знаем, что частота возникновения индуцированного рака молочной железы зависит от того возраста, в котором был поставлен диагноз лимфомы Ходжкина и проведено первое лечение. Если диагноз установлен в молодом возрасте, 15-20 лет, то риск развития рака молочной железы очень высокий. И при установлении диагноза в возрасте 40-50 лет этого риска рака молочной железы практически нет. Еще одно исследование, которое тут уже акцент делается не на возраст, а на дозы. Пожалуйста, посмотрите, наш лечебный режим – это все-таки этот диапазон 24-38 грей. Риск индуцированного рака молочной железы почти 4%. Более 38 грей практически мы не подводим. Ну и риск здесь повышается всего на 1%. И опять же, средний интервал между временем установления лимфомы Ходжкина и сроком диагностики индуцированного рака обычно составляет 20-25 лет. Исходя из всего этого, очень понятно стремление радиологов уменьшать объемы, уменьшать дозы. Как мы говорим, наша задача снизить высокие дозы в маленьком объеме и снизить маленькие дозы в большом объеме, которые и дают вот эти индуцированные раки. И современная лучевая терапия, которая представляет собой высокотехнологичную цепь последовательного использования сложных приборов, математических расчетов для разрушения опухоли без негативного влияния на окружающие нормальные ткани, позволяет нам вот эту мечту выполнить. Мы при расчете доз, объемов лучевого воздействия используем все возможности современной лучевой диагностики. Это и КТ, МРТ, ПЭТ, ПЭТ-КТ. И одной из новых технологий лучевой терапии является конформная лучевая терапия 3D-CRT, когда мы видим опухоль в трех ее объемах. Мы видим ее протяженность, ширину, глубину. И при проведении конформной лучевой терапии мы можем точно определить локализацию, форму, размеры опухоли, провести более равномерное облучение, лучше экранировать нормальные органы и ткани и тем самым снизить частоту и выраженность ранних и поздних лучевых повреждений. Вспомните первые слайды, когда мы видели вот эти громоздкие радиевые бомбы и какой изящный, и мы их очень любим, вот такие красивые современные линейные ускорители, которые имеют многолепестковые коллиматоры диафрагмы, которые состоят из 56-120 пластинок, ламелей так называемых, которые могут создавать различную форму облучаемого объема. Вот какую угодно форму мы можем выбрать, создать ее, и она будет, если она вот такая форма нужна, чтобы она отвечала
в форме опухоли. Грош цена будет всем этим ламелям, всем этим программам, которые виртуозно рассчитывают наши физики, если больной будет каждый раз занимать совершенно другое положение. Поэтому необходимо всегда использовать максимальное число фиксирующих приспособлений. Это мамоборды, позиборды, которые используются для больных, когда облучается надиафрагмальная зона. Это индивидуальные маски, которые используются всегда при облучении орофарингеальной зоны, в нашем случае это, например, когда облучение кольца Вальдейра. Различные подголовники, подставки для ног, они тоже снижают погрешности укладки. Вот такие вакуумные матрасы, которые раз и навсегда принимают форму, фиксируют положение пациента, и пациент в этом плотном вакуумном матрасе уже по-другому лечь не может. Этапы планирования конформной лучевой терапии. Мы обрисовываем при оконтуривании зоны риска, это легкие, сердце, рисуем объем облучения, и вот мы видим уже готовая программа, 95% покрытие соответствует точно вот этой форме облученной опухоли. Немножко похвастаюсь. В нашем онкологическом центре мы используем практически все технологии, которые есть в мире. И если раньше во время лекции мы только говорили, что в мире может вот есть то-то, то-то, то сейчас мы с гордостью говорим о том, что мы это все освоили. И мы используем конформную лучевую терапию, АМРТ, лучевая терапия с модуляцией интенсивности, АМРТ с интегрированным бустом, RapidArc, это подвижная лучевая терапия с модуляцией интенсивности всего объема мишени и изменяемой мощностью дозы в динамике. Очень немного центров в России проводят тотальное облучение тела, что тоже мы делаем в нашем центре. И несколько примеров. Применение современных технологий позволяет минимизировать дозу облучения на органы риска. Больная 20 лет с лимфомой Ходжкина, у которой после многих курсов химиотерапии остался остаточный ПЭТ-позитивный очаг. И еще несколько лет назад мы бы вообще не знали, как облучать эту девочку. А сейчас мы применили ей вот с огромного количества полей, мы применили лучевую терапию, намного снизив дозу на молочную железу, то есть мы надеемся, что мы ей все-таки намного снизили риск возникновения индуцированного рака молочной железы. Применение современных методик позволяет в ряде случаев провести пациентам повторную лучевую терапию, чего всегда мы очень опасаемся, именно из-за нагрузки на органы риска, спиной мозг, зрительный нерв. Наша пациентка, у которой поздний рецидив лимфомы Ходжкина с поражением С4-С7 и огромным мягкотканным компонентом. В 1988 году у нее уже была проведена лучевая терапия на шейно-надключичную зону. Дозное распределение, мы провели лечение с помощью методики RapidArc, то есть вот такой во время такой дуги, совершенно менялась каждую секунду поля облучения, мощность облучения. Мы провели с практически полным экранированием спинного мозга, нам удалось провести ей лучевую терапию. Это вот так вот выглядят вот эти поля RapidArc'а, вот эта быстрая дуга, когда вокруг пациента вы видите каждую секунду, это совершенно другое поле облучения. Эта пациентка лечилась в специальном вакуумном матрасе с максимальной фиксацией, чтобы мы никуда не сдвигались и абсолютно точно смогли попасть в пораженный очаг. В настоящее время мы наблюдаем значительный прогресс в лечении лимфомы Ходжкина. Это заболевание стало потенциально излечимым. На помощь приходят МРТ, ПЭТ, ПЭТ-КТ для более четкой визуализации опухолевого очага. Разрабатываются все новые схемы лекарственного лечения. Чего мы ждем в лучевой терапии? Это дальнейшего развития и появления нового оборудования и для планирования, и для самой лучевой терапии, и появления новых технологий лучевой терапии. Вот мы начинаем первых больных у себя в центре делать. Это лучевая терапия, синхронизированная с дыханием. То есть мы делаем лечение на глубоком вдохе. И мы надеемся, что сердце, и есть уже ряд экспериментальных работ, вернее, не экспериментальных, а клинических, но еще не таких больших, которые говорят о снижении кардиальных осложнений дозы на сердце при вот такой методике.
И я хочу в заключение пожелать, чтобы все осложнения и от химии, и от лучевой терапии, вот чтобы они были не такими небольшими волнами, чтобы они разбивались о наш корабль или там о наш утес, и чтобы нашим больным светил вот такой яркий, красивый луч маяка надежды. Спасибо.